Сиверский район весело и ярко отметил день рождения. Началось празднование в парке имени Пушкина, любимом месте северчан. Творческие коллективы района выступили с концертной программой «Песня родного края». Праздником жителей и гостей района поздравили глава муниципалитета Андрей Дорошевский и депутат Законодательного собрания края Сергей Орленко. День России – это праздник свободы и гражданского мира. Великой державы, соединившей в единое государство множество разных народов, культур и конфессий. Наша страна – это сильное независимое государство с великими достижениями. Мы динамично развиваемся, укрепляем свои позиции на международной арене и уверенно шагаем в будущее. Кубань – житница России. Мы край хлеборобный. И ежегодно мы вкладываем очень много зерна, много хлеба в общий каравай нашего государства. Сегодня очень знаменательно, что день Святой Троицы и день Российской Федерации – это один день. Я поздравляю всех и желаю здравия вашим семьям, мира и благополучия. В торжественной обстановке юным гражданам станицы Сиверской вручили первые паспорта. Победителям конкурса название «Лучший орган территориального общественного самоуправления» по итогам 2021 года вручены памятные знаки ЗСК за активное участие в ТОС. Также наградили представители индустрии красоты района. Именно они организовали дефиле причесок. Необычные творения на головах моделей поразили воображение зрителей. Уличные кафе, воздушные шары и флаги – все то, почему так скучали люди во время ковидных ограничений, наконец-то порадовало жителей нашего района. Спасибо администрации, что делает такие праздники для нас. Поздравляю всех с Днем России, с Днем Сиверского района. Всех с праздником. В парке организовали и масштабную выставку-ярмарку. На ней свои творения представили умельцы района. Также поучаствовали в мероприятии местные товаропроизводители, как предприятия, так и индивидуальные предприниматели. Глава района лично осмотрел выставку и пообщался с ее участниками. В праздник, особенно в день рождения района, всегда есть место памяти о подвиге. К вечному огню возложили цветы почти в память всех, кто боролся за мирное небо.